Всем привет, ребята, меня зовут Анька, вы на моем канале. И сейчас мы в Настиной комнате. И в коридоре уже натянули пленки. Вот. Мы сейчас пойдем умываться и кушать, пока я заправлю свою кровать, постель. Я вчера привезла с собой от бабушки вот игрушечки. Ой. Это вот такой вот малинивчик. И вот такой локадик. Моя лучшая подруга подарила. Привет, ребята. Просто, знаешь, когда я здесь сидела, по-моему, я еще такая спать, не спать. Вот поэтому я так тихо была. А мы идем умываться. В общем, мы покушали. Точнее, я покушала. Вот, что? Помылась, потом покушала. Настя уже еще докушивает. Пришла. Я, кстати, переоделась, теперь я дома в футболку. Вот я вчера ходила и забрала эту футболку. Видите, какой джингл босс у нас происходит? Здесь, короче, вот такая вот кровать Настина. Здесь она спит, а мою кровать убрали. То есть у меня раскладушка была, вот она стоит. То есть, видите, типа, здесь у нее напали, потому что где она спит. А здесь моя, мое постельное все. Вот, мы накрыли, потому что здесь будут эти потолки скоро. Сейчас я буду здесь все перебирать. Типа пряжу. У меня пряжа, кстати, дофига. А это, кстати, это не пряжа. Это, короче, сейчас покажу. Вот такое. Это мы с мамой вязали подушку-звездочку. Вот. Мы с мамой, потому что мама мне вообще помогала. И вообще, в основном, мама вязала ее. Вот. Короче, в маминой с папиной комнате сделали полки. Есть вот. Они сидели. Комнаты. Потом мы с Настей звездочку смотрите. Вот, и я сейчас снимаю пленку. Это только не пленка. Он уже пятый, но это пленка. Там уже дом только не видно было, что это пленка. А на этом будет не просто надо пленку. Я даже начала оттирать. И тут я вижу пленку. Там уже было соскаблено чуть-чуть. То есть, блин, если бы это не было соскаблено, это бы, вот, видимо, пальцем кто-то задел, вот. То я бы не поняла, что это пленка. Теперь я понимаю, что это пленка. Стираю. Здесь она стирается очень плохо. Мне не нравится. Вот. Когда здесь стирается. Но на том подоконнике было легко, потому что ее уже там половины не было. Вот. Тряпка. В общем, я сейчас в комнате стирали палки. И сейчас в коридоре стягиваю пленку с подоконника. Вот. Сейчас такой подоконник. Вот. Сейчас, кстати, делаю пленки в нашей комнате. Вот. Я думала, без пленки. Вот эту пленку просто. Там было чуть-чуть соскаблено, чуть-чуть. Вот. Я, короче, потом такая. А я начала уже отмывать, типа грязно. И я вижу эту пленку, такая, круто. Ну ладно. Вот не все отмыла. Теперь я отдираю пленку. Вот, а на том подоконнике наполовину было сдернуто пленка. И такой, типа, с ней там легко стирать. Ой, вот это тяжело, это плохо. Вот клей, это сильно плохо. С холодильника было легче стирать. Вот. Сейчас у тебя есть пленки в Настиной комнате, которую мы сейчас вместе ждем. Вот. Далеко мы тоже сделали пилки, а еще забыла вам сказать, что у нас гирлянда сломалась. Вот. Я вам сидела, и она ехала не с гирлянды, но она купила гирлянду. Немножко. Тут все. Гирлянда. Обзор. Какую-то гирляндочку. Вау. Вау, смотри, что мне нравится. Почему такая получается? Почему она вообще офигенная? Она, кстати, идет на 8 метров. Вот. А еще вот такие вот потолки. Еще с утра они будут другие. В общем, давайте еще раз посмотрим, здесь вот дети потемнее. Розетка не работает. Моя розетка. Не работает, потому что ее отключили. Да, у меня вот где-то работает розетка. На кухне от розетки отключили.
Что это такое, вот она красивая. Мне очень нравится. Здесь, кстати, в родительской комнате тоже сделали. Ну-ка, можно фотки здесь. Просто в всех розетках было выпущено электричество. Вот сейчас я вам покажу. Не понял, а вот. Я его чуть-чуть не взял. Вот. О, круто вообще. Огонь. Вероника, 11 годиков. А сейчас я, короче, разгребаю пакет, чуть-чуть прибираюсь. Все, ребят, приехала бабушка и привезла пакеты. Точнее, мои еще 3 пакета. Ну, то есть, короче, вчера мы взяли такой зимний пакет с вещами. А все остальные пакеты, там, косметика, там, я вчера вам показывала. И ура, она их сегодня привезла. Вот, они сейчас еще с мамой там приносят. А я там мою подоконник. Вот. Ребята, извините, пожалуйста, что я этого не сняла, потому что, короче, у меня телефон каким-то образом лежал на воде. Вот. И мы ждали, когда он высохнет. Точнее, он был вообще не мокрый почти, но все равно перестраховаться надо было. Вот. И смотрите, что я сделала. Я здесь все, конечно же, открыла. Вот. Я здесь вот так вот... Здесь одно окно, вот так вот, с такой же серенькой. И второе окно, естественно, тоже чистенькое и с такой же штучкой. Вот. И сейчас мы с вами идем делать танцующий момент. Это вешать вот такой вот венок в подъезд на куртку. Я на 5 секунд, мне куртку не надо, потому что она у меня еще только постельная. И она еще сохнет. Вот. Так что мы с вами на 5 сек. Прекрасно. Блин. В смысле? В смысле мне не получается повесить венок? Ну нет, ну в смысле? Я позвала подмогу. О, смотри, папа мне помог. Ура-ура, мы повесили. Кстати, в коридоре потолок не натянули. Сейчас мама с бабушкой повесили новую гирлянду. Вот такая вот кста. А еще у нас на окнах вот такая штучка. Вот, это она очень не снимается, она здесь с самого весеннего окон. Естественно, ее никто не снимал. И мы ее вообще не можем никак отодрать. И тут я же как бы щеку мою, окна, точнее. И здесь она была. Только чисто на этом окне. Она была вот отсюда. Ой. Вот это. Как я не умею через камеру ориентироваться. Ну, короче, она была вот здесь вот. Вот. И я ее отодрала. Ее всем пробовали отдирать. Ничем. И даже про генератор мы пробовали, и не получилось. Вот. Но у меня получилось. Вот. Вот еще на родительскую кровать мы положили вот такую вот красоту. Еще я нарядила елочку. Почему же мне тут купа? До конца мы нарядили ее вот такими шариками. И вот такой, такими вот бусами еще по них положили елочку. Ой, как называется? Мишура. О. Как я и сказала, я вроде во вчерашнем влоге показала. Вот сюда мы повесили снежинки. Еще есть вот такая вот штучка, она для кондиционера. Кондиционер будет в будущем здесь висеть. И мы ее тоже обмотали, чтобы как бы ее видно не было. Вот.